бы достается ладонь больше. А вот этот сверху у него глаза. Да. Эти рожки это глаза. Ага. Рожки глаза? На да. концах рожек. Ага. Да вы что, на концах глазки? Ну она плохо, говорят, видит. Слышит вообще нет. А снизу это какие-то усики. Она ими... Щупает, да? Ну там еду находит. Ой, какие они интересные. И, вот так. И что, ест прямо? Рот, а где у него рот? Они сожрали за один день, есть огонь. Вон они очень много едят. Слышь, как едят? Они такие прожорливые. А у них зубы есть что-то? Нет, там какой-то рот такой. Не, креветки едят маленькие. Какой-то планетян на рот у них. Да. Глаза тоже. О, хорошо, как видно. Такая улитка. Ползает по пальцу. Да. Ну что, он купаться пойдет сейчас? Да. Вот вчера она прям пошла купаться, прям к семье пошла. Она это прям натаяла голову. Вставляла. Да, как жиралка. Да. Она ползла, кстати. Да, очень медленно. Ну она же медлительная. Ну вот и рот ее сейчас. Как черепа. Вон, да, рот. Она сейчас ест камеру. Смотри, какой он у нее рот. Да, я знаю, потом. О, она сюда потом смотрит. Папа это покажет. Она думает, что сделать. Она ко мне поползет. Телефоном. Она думает, что сделать. Ей, наверное, понравился телефон. Что это такое? Ну-ка, на меня она поползет, если... Руки намочить чуть-чуть. Видишь, слышишь? Вот такой огурец за день съели. Ничего себе. Нет, корочку не съели, она не съела. Спряталась. Меня, наверное, боится еще. А она что-то по запаху, что ли, определяет? Хозяев. Да ты что, они еще хозяев определяют? Ну, говоришь, да. Видишь, возьми себе такую улитку. Вообще, как собака маленькая. Ну, я посмотрю на вашу, как она... Не, ну, хочешь, она вырастет. Она растет, потом одну можем отдать. Но они же это размножаются же еще. Они говорят, очень размножаются. Надо. Но я вас-то возьму, муж, когда. Надо яйца постоянно. Все равно будете потом раздавать всем, да? Надо наоборот яйца потом уничтожать. Горячие. Не, нельзя за панцирь, говорю же. А я знаю, а как ее брать? Снизу подцеплять надо. Не, ну если она не прилипла ни к чему, можно за панцирь, в принципе. Если она ни к чему не прилипла. Тянуть нельзя просто, а то можно панцирь... Бери. Смотри, она на тебя переползает сейчас, да? А то можно панцирь оторвать. Видите, она на тебя, на Витьку переползает, да? Ну, я не знаю, поползет или нет. Да, поползла на тебя. Смотри, на тебя. Она не кусается? Да нет, ты чего? Нет. На Витьку поползла. Ну, она... А чем она ест? У нее какие-то там... А. А как она ест? Чем она ест? У нее рот? Огурцы! Заглатывает, что ли? Наверное. О, ползет по мне. Она прилип... Кого-то прилипла немного к пальцу. А ты знаешь, что ей массаж лица делают в косметических салонах улитками? Не, не смотрел ролики? Смотрел. Там, как тетка делала массаж, да? Кладут ну, массаж, может, я не видел? Нет, не, я видел, что лицо обкладывают ими. А потом вот эту слизь размазывают и держат. А у нее слизь остается? Да? Она когда ползет, она массирует кожу. Она перебирает там вот эти мышцы, массирует кожу. Ну, вообще на пальце так вроде приятно. Так. Подожди, она прилипла ко мне. Мама, я можно вторую? Что, прилипла тебе? Ко мне? Да. И мне! Нет, они кончились. Кончились? Да нет, там что? Она спит. Нет, здесь три только она. Три, да? Да, она спит. Смотри, попадет. А теплая вода тут? Ну да. А мы спим. Прибери. Смотри, видишь, как она твой палец-то обхватила.
А она моется. А можно моя помоет? Ну да, представляй. Игорю что, не нравится? У нас сколько улиток? Я держу, а то у меня отвалится. Поставишь себе на стол и будешь с ними играть. Ой, что-то она, похоже, сейчас отвалится. Сейчас я снизу. Она плохо захватилась. Надо было на ладошку, на пальцы. А, она, наверное, на смотрит на воду. Ага. А, купаться хочет. А, вон она купаться хочет. Можно мне? Можно мне? Какая-то слизь небольшая. А, вот смотри, смотри, она сейчас будет подстроить. Нет, ты просто держи вот так, смотри. У меня глаза вот, все, держи. О. Вот, держи. Все, она смотри. Это память. Улитка купается. Она на тебя, она, им все равно телефон больше нравится. Так держи, не шевели ее. Видишь, сама пьет, может. А можно нам хотя маленькую? Так что они еще, их-то много. Так мы можем одну-то вам сразу отдать, у папы не хочет. Только черт пяшет. Ну, вам надо сначала купить что-то, по какой-то сосуд. Держи ровно, а то она упадет и шатается. Мы сегодня поедем покупать, да, Оль? О, давайте съездим. Ну, надо этот субстрат там купить. О, вот смотри, как по Оле быстро ползет, смотри. Быстро. Смотри, как она... Смотри, вытянула. Побежала, побежала. Надя вся вылезла из панциря. Да, прям побежала. Подожди, папа, смотри, посмотри, папа. Как вытянулась. Ух ты. Вся вытянулась. А можно мне? Да, мне вылезла. Нет, руку влажную должна быть. Холодную надо. А по сухому что, не ползают? О, нет, они же сухопутные. Они же это, они не любят воду. Ну, они любят больше, они любят воду. Они любят влажную. Ну, а они как, понимают? Да, можно мне? Что-то они понимают. Они не слышат ничего. Можно мне? Ну, они вроде как по запаху определяют, как хозяев, наверное. А еду они заглатывают, что ли? Нет, грызут ртом. Они ее сосут. Ну, у нее же зубов нет. А как же они огурец грызли, Оль? Сажались. Они мягкие, правда? А можно мне? Нет, пока нет. Она к тебе не прилипла. А, мама, да ко мне прилипла. Ну, ты нормально-то, ровно поставь локон. Ровно поставь, чтобы она... Можно мне? Приятно. А что она не прилипла? Она не очень приятна. Потому что вода холодная. Потеплее. Они говорят, не вызывают аллергии. Держи ровно, сейчас упадет. Держи вот так. Аллергика, можно ее иметь. Игорю. Игорю что-то он ползает мне держи. На палец. Вот так держи. На венке что-то засел. Потому что... Что-то отвернулась. Мам, вода холодная. Ты холодно включаешь. Петя, ты их назовешь по имени? Руку так. Да, ее повернем так, чтобы она сюда смотрела. Вода холодная, мама. А, холодная вода. Надо. Блин, а ты подожди, а ты горячая. Она у нас, видишь, то холодная, то сразу горячая. Лучше пусть холодная, чем горячая. И сварится. Это у меня сейчас просто жестко. Да я сейчас просто жестко. Он мне там. Сейчас воду включит. Она ко мне прилипла, кстати.
Ага. Ее можно вот на эту на раковину? Она довольно мокрая. Мам! Ой. И покатилась, покатилась. Все прилипло. Стой. Хочешь ее возьми? Да. Бери. Сейчас она прилип. Только не за панцирь. Да, только не за панцирь. За панцирь ее нельзя брать, а то она оторвется. Бери. Бери ее. Ну руками прям бери. Ну на, тебе дам сейчас. Сейчас теплую воду сделаем. О, теплая. Теплая? Ну, вот, смотрит на меня. Это у нее глазки, вот эти торчат рожки, это глазки. Угу. Здесь третья лица, но она попала. А. Че? Можно улицу? Ну, ну иди попробуй. Давай. Где ее рот? Может, возьмем ее? Домой? Тут, смотрите, горячая не была. Горячая? То, значит, теплая. Ну, такая она, не знаю, как. Легка такая. Не знаю, потому что нормально. Посмотрите. О, пьет. Она горячая. К воде тянется. Баба, ты хочешь? Она же липла груша. Она нет. Нет, она не липла. Ой, ты. О, вытянулась. Пьет. Горячий, да? Выхоло до тепла. Да. Мне понравилось. Нормально. Это же холодно, это очень горячий. Так, сейчас как она будет кушать у нас, посмотрим. Салат будет она есть? Слизь. Да у меня тоже слизь. Она туда ползет. Она хочет... А положи салат ближе к рту ее. Да бери, бери. Во. Смотрите, как она его ест. Горюк, подожди. Ну, убери голову. Она видит, что это салат. Смотри с этой стороны уже, с камеры. Вот она, наша сейчас будет есть. Ну, такая же она нет, или она просто преодолевает препятствия? Не знаю. Может, она есть. Она падает. Салата. Не, она мимо салата прошла. Не хочет есть. Она тоже к пальцу. Не, она у нее там есть. Да. Что-то она не хочет есть ничего. Не хочет.
Мишки она прям. Вон у нее рот. Он делает ее маленький. Уже ртом проползала. Тут надо потянуться. На меня все смотрят. Ему же телефон это нравится. Не знаю.